А вот как в вашей семье Новый год обычно отмечают? Ну, как семьей отмечаем. По-семейному всегда все вместе собираемся. Радостно и весело. Дома. Ну, все стараются. Ну, дома. Ну, семейно как бы, все вместе. По-семейному, в семейном кругу. Внучку возьмем. Будем с внучкой, а молодежь будет гулять. Дома встречаем Новый год в семейном кругу. Дети приезжают все у нас. Естественно, елка, естественно, вкусные блюда готовим. Ну, это обычное застолье у нас. Это как салат оливье, крабовый салат. Вот таким образом. Стол накрываем, телевизор смотрим, огонек смотрим, президента слушаем, обращение. Садимся за стол заранее, провожаем, потом встречаем. Ну, собираются дети, внуки. Да. Стол. Ну, стол. Обязательно. Ну, елка. Елка обязательно. Подарки 12 часов под елкой. Да, под елочку, а как же без них? Обязательно. Это когда детвора была маленькая, вложили под елку. Сейчас уже дети здоровые. Да, припрятываю, потом как бы как, или так даю, или под елку, за елку, ищи, там смотри, радуйся. Один внучка, спрятали, уже внучка, нашли. Будем новый покупать.